На мохнатом фесте все для четвероногих. Здесь и вкусняшками угостят, и шерстку причешут, и покрасоваться на дефиле дадут. В состязаниях участвовали 60 собаководов. Посмотреть на разнообразие хвостатых пришли сотни горожан. Фестиваль посвящен домашним животным, как за ними ухаживать, как с ними взаимодействовать. И очень многие дети не имеют собачек, но очень хотят, и у них сегодня уникальная возможность, чтобы они могли взаимодействовать с разными породами и пообщаться с заводчиками, как ухаживать за данной породой и возможно ли ее держать дома. Екатерина Краснокутская и Трюф приехали аж из Челябинска, чтобы принять участие в конкурсе костюмов. В мантиях из «Гарри Поттера» парочка сразу покорила сердца зрителей и судейства. Домой они вернутся с единогласным первым местом. Я очень люблю Хогвартс, Гарри Поттера и очень запал в душу именно Слизерин. Поэтому выбрали костюм именно Слизерина, поэтому сегодня в таком наряде. А Трюф тоже любит Слизерин? Ему приходится любить все, что люблю я. Итак, четвероногие модники покрасовались, теперь пришло время собак с интересами посерьезней. Вот красавица Беттани, например, всего 2 года. Она уже умеет не только выполнять команды, но и пасти овечек. Ну что, Беттани, покажешь нам мастер-класс? И Беттани действительно показала. Овцы с первых секунд поняли, кто тут главный. Еще бы, ведь с молодой бельгийской овчаркой шутки плохи. Она еще и умеет взрывчатые вещества находить. В общем, каких собак здесь только нет. От больших, но добрых, до маленьких, но задиристых. И каждый показал, что умеет. Без подарков никто не ушел. Евгений Алексеев, Геннадий Бахарев, события ОТВ.